Доброго времени суток. Я рад приветствовать вас на сайте polnes.ru от автоканала Олег Нестеров. Ну ладно, время позднее. Вот решил объяснить людям, как на форум закинуть свою тему новую. Да? Вот, находим, выходим в сайт. То есть, ну, если вы зарегистрированы, нажимаем форум. Допустим, вот так. Вот, нажимаем форум и выходим на вот эту страничку сейчас. Вот. Ищем раздел. Какой вам нужен, да? Ну, вот, допустим, обсуждаем видео. У вас есть видеоролик, допустим, на YouTube какой-то, который вы хотите обсудить. Вы должны выкинуть на YouTube свой ролик, то есть сделать свой канал, там зарегистрироваться на YouTube. И у вас там как бы будет свой ролик. Вы его выкинете, чтобы могли потом как бы его перенести сюда и задать вопрос. Вот, допустим, новая тема, да? Ну вот я пишу проба, а вы сюда пишете, допустим, нужна помощь в ремонте там автомобиля, да? Там проба. А вы пишете, нужна помощь в ремонте автомобиля у вас 20 минут. Ну и тут текст можете писать какой-нибудь. Там всем привет напишу. А вы можете написать, допустим, вот купил автомобиль такой-то, такой-то, хочу его отремонтировать, не знаю, как это сделать, прошу, посоветуйте. И нажимаете, допустим, сейчас, чтобы вот файл открыть, ну, допустим, я возьму вот видео, да? Сейчас, ну вот возьмем сейчас дядю Толю. Так, поделиться. Снимаем вот эту ссылочку. Выбрать все. Копировать, да? И вставляем ее. Открываем вот этот значок, ставить видео из сети. Вставляем его сюда. Окей. После чего нажимаем кнопочку «Отправить» внизу. Сейчас немножко подвисает у меня компьютер. Вот, как вы видите, видео здесь появилось. Ну, у меня всем привет. Олег Нестеров, Брест, да? А у вас тут появится вот вместо «Всем привет» «Хочу отремонтировать» и ваше видео, которое вы потом можете включить. И как бы, ну, тут покажете свою проблему. Люди вам будут обсуждать, будут писать. Ну, как бы вот так вот. Спасибо за внимание. Надеюсь, немножко помог.